Рейнсинг. Устройство одинарного лежачего фальца. Правильное ослабление. Ректум Г-фальц, П-фальц 200-250 мм. Кромки одеты в металл. Выпрямляем линии гиба. Откладываем на кромку 50 мм. Находим риперные точки. Ослабляем Г-фальц, П-фальц. Отгибаем кромку на сегментном листогибе. Важно! Используем самодельную пластину для формирования ровной кромки. Ректум Г-фальц, П-фальц 200-250 мм. Производим все манипуляции с верхней картиной, что и с нижней. Откладываем на кромку 30 мм. Находим риперные точки. Г-фальц. П-фальц. Ослабляем Г-фальц. П-фальц. Отгибаем кромку на сегментном листогибе. Важно использовать самодельную пластину. Добавляем 10 мм на линейное расширение. Соединяем обе картины.
уплотняем отогнутые кромки. Одеваем на губки клещей металл. Для плавного отгиба кромок. Восстанавливаем гефальц. При необходимости подрезаем. Восстанавливаем П-фальц. Сдвигаем верхнюю картину вниз на 10 мм до отмеченной линии. Устанавливаем обе картины на скат. Закрываем гефальц рамкой. Устанавливаем фиксированный клямер. Рейнцинг. Одинарный лежачий фальц с ослаблением. Надежное соединение. Линейная компенсация. Исполнение профи. Угол 25 градусов.